20 тысяч экземпляров. Таким тиражом вышла в свет книга президента «Будущее свободной страны». В ней собраны цитаты о единстве, человеческих ценностях, патриотизме, глобализации, политике, экономике и культуре. Сборник в первую очередь ориентирован на молодежь. Создавался он как руководство к действию. Составители уверены, прочитав книгу, молодому поколению будет о чем задуматься. Кроме того, они презентовали и аудиокнигу Нурсултана Назарбаева под названием «Мыслями с народом поделюсь». В основном это цитаты, которые не входили в те книги, которые были выпущены до этого. Ну, естественно, при отборе мы также включали те высказывания и цитаты, которые подходили по тематике, и также включили в эту книгу. Главная особенность этой книги, конечно, это формат, очень удобный, карманный формат, для того, чтобы молодежь всегда могла носить с собой и обратиться в любой момент к некоторым условиям. И еще одна фишка этой книги в том, что она выпущена на трех языках, то есть на русском, английском и казахском языке.